Делать городу подарки, которые впоследствии становятся знаковыми, в Ривьере стало доброй традицией. В 2014-м это был якорь с чайками, затем композиция «Я люблю Сочи». И вот на этот раз ко дню курорта в парке создали композицию, отображающую и морскую тематику, и то, чем Сочи будет жить в ближайшее время. Мяч, который держат дельфины, практически над ветвями пальмы – символ предстоящего Мундиаля 2018. Мы решили объединить морскую тематику с футболом, который в следующем году, безусловно, это будет самое главное событие года. Все же должно быть в ногу со временем. Вот у нас масса есть композиций, которые здесь были. Парк богат историей. Это еще в 30-е, 40-е, в 50-е годы все здесь фотографировались, с 30-х годов. А это уже современные, модные композиции. И здесь, на этом панорамном, красивом месте будет открытие. Мы всех приглашаем, гостей и жителей города-курорта, в эти выходные к нам в парк. Подобные композиции становятся излюбленными местами для фотосессий туристов и памятью о Сочи. Чтобы она была яркой, художник-скульптор воплощал задумку в жизнь своими руками. Скульптура сделана из стекловолокна. То есть это материал особый, с него делают яхты. То есть он крепкий, очень надежный. Внутри делается металлический каркас, арматура приваривается. Там делается площадка, арматура в землю и заливается бетоном. То есть он будет рассчитан на то, что на нем можно и покататься на дельфине. Да, это специфика парка. Фото на фоне уже давно известных композиций, таких как «Дюймовочка», «Бобры» или «Лань с детенышем», кстати, это работа 30-х годов, уже давно разлетелись по разным городам страны. Сегодня, создавая новые памятные места, здесь заботятся и об истории. Полюбившиеся посетителям парка скульптурные композиции в очередной раз реставрируют. Я живу в Сочи уже 3 года, и Сочи мне все дает, и вот такой город. И люблю фотографироваться, и каждый раз выхожу, и новые снимки. Как прохожу, так и фотографируюсь обязательно. Композиция очень оригинальная, интересная, тем более в парке Ривьера. Все сюда ездят, тем более люди с Урала, Сибири, все сюда едут отдохнуть. Люди идут тут замечательные, веселые и общительные. И, в принципе, очень хорошо здесь. По традиции, новую скульптурную композицию, подаренную Сочи, в день города откроет глава курорта Анатолий Пахомов. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.